Ничего себе балансируется. Вы хотите видеть, как две бутылки могут быть уравновешены на наклонной трубе? Для этого нам необходимы следующие материалы. Возьмем трубу поливинилхлоридовую длиной 1 фут и сделаем 2 отверстия. Отрежем основание трубы под углом 45 градусов. Теперь поставим одну полулитровую бутылку с водой. Как видите, он стоит. Теперь поставим другую. Вы будете поражены, видя, как две бутылки уравновешиваются на трубе.